26 сентября в КФУ состоялся визит делегации руководителей лабораторий университета имени Шахида Бехешти. Членам делегации выдалась уникальная возможность поближе познакомиться с научно-образовательной деятельностью Института физики Казанского федерального. Также в программу визита вошел совместный научный семинар, на котором был обсужден ряд стратегических вопросов. Гости из Ирана не скрывают большой интерес к исследованиям и методикам казанских ученых. В рамках прошедшей встречи иранская сторона неоднократно отмечала свою заинтересованность в сотрудничестве с КФУ по таким направлениям, как обмен учеными, преподавателями, студентами и совместные исследования. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.